Очередная запланированная встреча в первую очередь была начата с того, что глава области и заместитель председателя правительства вспомнили о принятых ранее социальных законах. Только в конце 2012 и в 2013 году был принят очень серьезный блок законов в социальной сфере. Но первое – новый закон об образовании, новый федеральный закон «Основы здравоохранения». Новый закон о социальном обслуживании граждан в Российской Федерации и новый закон об обязательном медицинском страховании, ну и целый ряд других нормативных актов, которые ставят очень серьезные задачи. Далее Владимир Власов затронул вопрос о детских дошкольных учреждениях. Безусловно, надо отметить в качестве одного из приоритетов – это решение вопросов по обеспечению местами детей от 3 до 7 лет в детских дошкольных учреждениях. А также заместитель председателя отметил, как изменилась ситуация в вопросе детей-сирот, многодетных и малоимущих семей. Те законы, которые приняты на нашем уровне, они как раз направлены на то, чтобы укрепить семью. Да? Это те выплаты, которые сегодня реально существуют. Ну, во-первых, мы... Скажем, это меры, которые направлены на решение ряда злободневных вопросов для семьи. Это вопросы касаются субсидий на жилье. Да? У нас есть субсидии для работников бюджетной сферы, реализуется проект областной. Это субсидии многодетным семьям, имеющим 4, там, 3, 4, 5 и более детей. Это реальные вещи, которые идут. Дальше, это те меры, которые у нас направлены на стимулирование рождаемости. То есть, если федеральный материнский капитал стимулирует рождение второго ребенка, то наши законы стимулируют рождение третьего и последующего ребенка. Более 13 тысяч заявлений о получении регионального материнского капитала сегодня реально присутствуют. Кроме того, мы ввели в поддержке демографии рождения там, третьего и последующих детей очень серьезную меру. Это ежемесячное социальное пособие при рождении третьего и последующего ребенка семьям, имеющим доход ниже прожиточного минимума. Я читался по статистике усыновления, которая многократно возросла, что не может не радовать.